Всем добрый день, дорогие друзья! С вами Октябрина Ким. Я с Казахстана, но сейчас в данное время нахожусь в Корее. Мне 62 года. И приехала я сюда, в Корею, сегодня для того, чтобы я хотела поделиться своей радостью. Наконец-то моя мечта сбылась. Ну, как говорится, никогда не поздно, да, учиться. И вот, находясь еще в Казахстане, вот, мне очень нравилась компания наша «Надион», чем она занимается. И было такое сильное желание именно побывать в Корее, нашей компании, в офисе, прям увидеть всех вас воочию. И вот моя мечта сбылась. Выучилась на косметолога, получила сертификат. Вот. Еще один сертификат получила по косметологии и по выведению токсин. Сейчас обучаюсь еще по аппарату прижигания. Вот. Будет у меня 3 профессии. Конечно, хочу выразить большую благодарность президенту компании «Надион» Ким Гиль Согу и нашей очаровательной Ольге Васильевне за ваш труд, за ваше терпение. Вот сколько раз бываю в офисе, вижу, как вы трудитесь. Это не каждому по силу. Это говорит о том, что вы очень хорошие люди, добрые, которые действительно хотят сделать, ну, всем добро, чтобы были все здоровы. В общем, низкий вам поклон. Конечно, хотелось бы поблагодарить нашего президента Всемирной ассоциации косметологии миссис Джу. Спасибо ей за то, что нас научила всем азам косметологии. Конечно, хочется поблагодарить своего супруга за его терпение, за то, что он понимает меня, за то, что он вдохновляет меня. Вот благодаря ему я нахожусь в Корее. Но необходима практика. Без практики, конечно, это вот трата времени, да? То, что мы получили дипломы, сертификаты, это ненужное. Поэтому я думаю, что в дальнейшем у меня все это получится. Я на этом не буду останавливаться, буду работать. И, конечно, приехав в Казахстан, буду продолжать это все дело. И надеюсь, что наша компания в Казахстане также будет развиваться. Будет у нас свой офис, и будет очень все интересно. Всем спасибо. И еще раз хочу поблагодарить нашего президента Ольгу Васильевну и миссис Джу. Всем пока!